Ставке назревает скандал. В соцсетях пошла информация, что в очередной раз отменяется день в Жуковке, день города, который уже давно не праздновали. Причина — массовое скопление людей, якобы. Это написано в соцсетях. Но другая причина, когда люди выходят на городскую площадь, то она занята палатками торговцев, кочующих из области по разным районам, которые, видимо, кстати, и в налоговом учете Жукины больше не стоят, налоги в дорогу не платят жуковскую казну. В соцсетях много возмущенных. Почему Сердцово день города провели, желательно провели, в Брянске будут проводить, а Жуков остается без праздника городского. Из-за того, что площадь понадобилась кому-то для торговой деятельности. Причем, видимо, ни один из торгующих на учете налогом Жуковки не стоит. Сейчас приведу комментарии, которые приводятся в популярной соцсети ВКонтакте. Люди недовольны тем, что город оставили без праздника. Кому это выгодно и почему, мы не знаем. Естественно, сцена, площадь занята по торговой деятельности. И это при том, что сам городской рынок практически может вместить всех. Там много свободных мест. Но там надо предоставить документы, обстановка налогового учета в городе Жуковке. А что здесь творится, непонятно.